Для многих домашние животные – это члены семьи, и забота об их здоровье – важная часть ухода. Особенно это касается вакцинации, которая помогает избежать некоторых смертельных болезней. Ученые из Федерального центра охраны здоровья животных постоянно работают над новыми отечественными вакцинами для животных. Так, в прошлом году зарегистрирован лекарственный препарат для кошек – Карнифел. Осмотр перед вакцинацией – привычное дело для кошки по кличке Муся. С раннего возраста животное прививает от различных заболеваний. Ведь если вовремя не вакцинировать животных, это может привести к летальному исходу. Вакцинация очень важна, независимо от того, животное дома находится, живет, содержится, либо оно ходит гулять по улице. Мы все равно приходим домой и приносим всякую заразу домой. Кто у нас не провакцинирован, они бегут, нас встречают, когда мы приходим, обнюхивают, тем самым могут заразиться. Новая российская вакцина «Карнифел» предназначена для профилактики вирусных заболеваний кошек – панлейкопении, кольцевироза и вирусного ринотрахеита. Над ее разработкой трудились ученые Федерального центра охраны здоровья животных. Вакцина для кошек «Карнифел», она у нас, я вам скажу, уникальна. Дело в том, что кольцевирусная инфекция, штаммов вирусов, да, их очень большое количество. Есть один большой серотип и имеется две генетические группы. Чтобы охватить все-таки более перекрестную защиту, поставили именно в ассоциации два штамма гетерологичных первого и второго генотипа. Ну, вроде бы она трехвалентная, но тем не менее там находятся четыре вируса. Вакцинация проводится с 8-12 недельного возраста с бустерной ревакцинацией через 21 день. Лекарства вводят подкожно, вакцинации подлежат клинически здоровые животные.